Ну и что все это значит? Это я вас должен спросить. Что все это значит? Михаил Ильич! Почему стоим? Салют, камарада! Товарищ Пабло! Бита! Эх, Михаил Ильич, это же Гаевой, наш майор. Мы с ним испанцы. Буэнос диос, камарада. Компаньера. До встречи, Михаил Ильич. Это же надо, а? Погоди радоваться. Я так думаю, что товарищ перехватил нас, как самовольщиков, чтобы отправить обратно на завод. Как назад? Брось ты. Правда, Жора? А, вот оно как выходит. Жаль. Но извините, товарищ майор. Вот. Товарищи, может, погреетесь? У меня картошка есть. Спасибо, Нюра. Спасибо, мы спешим. Понимаю. Ага. Вы меня простите, но спросить можно? Вы, я вижу, люди военные, непростые. И все это тоже, видать, неспроста. Так скажите прямо, война будет, да? Будет. Так, значит. Вы поймите меня, Павел Иванович. Поскольку вам приказано присутствовать на всех испытаниях машины, я не против. Но я вынужден быть формалистом. Машина не взята на вооружение, она наша, заводская. Ну, лично вы можете рассматривать ее как новую модель сноповязалки. Вы не имеете никаких полномочий нас задерживать. Да имею, имею. И вы все это прекрасно знаете. Ну, тогда я вас прошу. Понимаете? Я вас очень прошу. Значит так, можете идти, но при одном условии. При первой же серьезной поломке марш прекращается. И домой, без всяких возражений. Только так, Михаил Ильич. Принято. Я иду с вами. Прошу вас. Никаких известий не получено, Григорий Иванович. Может, все-таки идут черти, а? Или их ГВ перехватил? Ну-ка, звони еще.
Галина Юрьевна, вы же смертельно устали. Тут неподалеку, километрах в 5, полустанок, поезда ходят. Не надо. Заботитесь? Зачем? Вы на себя посмотрите. А что? По-моему, не так уж страшна. Да я не об этом. Да я тоже не об этом, Павел Иванович. Так, свои заботы. Мне это нужно. Понимаете, мне. Что нужно? А все. Они железо на излом пробуют, а я себя. Имею я право знать. Могу, выдержу. Не раскисла в своей тихой заводе. Выходит, тоже испытание? Да выходит. Не сомневайся, Михаил Ильич. Все уладится. Я не сомневаюсь, я думаю. От чего теперь думать? Танк мы сотворили. Идем. Стоим больше. Не гневи судьбу. Любая другая машина давно бы уже пардону запросила. Увязла бы по брюхо. А мы себе идем. Что? Мало? Да. Посмотрел бы сейчас на меня мой бывший шеф. Кто это? Да был такой. Откажетесь со мной поздороваться. А, Семен Семенович, добрый день. Вы теперь эксперт? Каждому свое. Что ж так, вторую неделю на заводе занимаетесь нашим танком и не нашли времени, чтобы меня найти. А я должен ознакомиться с танками, а с вами уж я имел удовольствие быть знакомым. Да, Михаил Ильич, недооценил я вас. Из рук бы и пустил. А ведь могли бы с вами вместе, а вот теперь видите. Да. Да, что было, то было. А ведь это действительно необыкновенный танк. Ничего подобного в мировом танкостроении, уж поверьте мне, еще нет. Да, далеко шагнули. Далеко. Я потрясен. Михаил Ильич, я прошу вас, примите мое искреннее поздравление. Рано. Впереди еще испытания и заводские государства. Я не ошибаюсь. Если что у меня и осталось, так это интуиция. Вас ждет слава и все прочие приятные приложения, которые с ней связаны. О, кто как не я, понимаю это неповторимое, радостное слово. Мой танк. Да не мой, а наш. КБ, завода, Морозова, Цыганкова, Кучеренко. Цыганков, конструктор? Не знают такого. Семен Семенович. Берите. Что именно? Все берите. Только доводите. Доказывайте. Бейтесь, утверждайте, защищайте. Я надеюсь,
Михаил Ильич, вы это не всерьез. Вы правы. Неужели вы до сих пор еще не поняли, что мне абсолютно плевать, чье имя будет носить вот эта машина, мое или ваше, или чье-то другое? Главное, что она есть. Она живет. И, может быть, будет очень полезной. Если меня сейчас ненароком вдруг турнут, я за судьбу этой машины абсолютно спокоен. Потому что есть люди, которые доведут ее до серийного производства. Доведут. А вот вам бы я ее никогда не доверил. А вы никак не можете простить мне ту историю? Нет, за ту историю я вам должен сказать спасибо. Вот как? Да, ведь благодаря вам я понял, что такое конструктор. Есть в жизни такие склизкие словечки. Чего изволить? Вот я смотрел на вас и видел, как вы собственными руками гробите свои же творения. Артиллеристы попросили усилить вас огневую мощь. Пожалуйста. И вы громоздите три башни. Попросили вас нарастить броню. Это тоже возможно. Все возможно. И вы преподали мне урок. Надо стоять на своем. Видите ли, конструктор — это не только цифир, геометрия и сопромат. Это что-то еще. Я, кажется, это понял. Михаил Ильич. Вот. Извините. Ну вот. Михаил Ильич, это кто? Так. Осторожно. Михаил Ильич. М? Так больше нельзя. Это ты о чем? Мы идем по просеке, оврагам и пашням. Ради чего? Есть шоссе, голые. Ну кто в такую метель дорогу пойдет, кроме нас? Нас же никто не увидит. А ты в Испании фашистские танки жил? На асфальте? А при чем тут Испания? А если воевать придется, ты думаешь, на шоссе? Михаил Ильич, пока мы вот тут будем болтаться по проселкам, мы не то что 1000 километров. Мы до Москвы все полторы намотаем. Тихо, Галина Юрьевна. И не успеем к 17-му. Как там дизеля? Пока нормально.
только вечер затеплится синим, лишь только звезды блеснут в небесах, и черемух серебряный линий жемчугами украсит роса. Ну, как там на разъезде? Черт знает что. Связи с Москвой нет. Провода пообрывало. Вы давно военпредом Прикошкине, товарищ Ходжиков? Почему Прикошкин? Я уже полтора года на заводе, товарищ майор. Это они ничего придумали. Идти ночами, днями отстаиваться. Ну и как вам машина? Машина? Что надо. Да, скомпонована она. Ладно. Но не красавец. Нет. А это с непривычки. Вот мне тоже казалось, лучше БТ-шек на свете ничего нет, пока у нее за рычагами не посидел. Да. А почему бы вам самим не попробовать на ходу? Нет уж. Хватит с меня этой самодеятельности. Я уж на полигоне, как полагается, с препятствиями, с хронометрией, с точными замерами, как говорится, под протокол. Как же они двигатели заведут? Часа два стоим, застыли. Они любого верблюда заведут. Мастера. Галина Юрьевна, а щи немного не того. Молчи, Жора. Щи как щи. Мы вроде как солдаты на марше. Горячо и ладно. Ну, история. Вот возьмем меня. Месяцами из цеха не вылазил. Каждую гаечку облизывал. И каждой гаечке верил. А мне самому не доверяют. Мне, человеку. Батя, у тебя лицо хитрое, как у эксперта. Ты циц, эксперт. И эксперт. Тебя еще и в проекте не было, босика. Когда я под Каховкой на белогвардейский танк с голыми руками ходил. Называлась та английская бандура Большой Томми. Ничего, справились. Дядя Гриша. А? А это вы к чему? А к тому, может мне моего сына в этот вот танк сажать. Ежели что, Шурея. Ну, бать, напугал. Надо будет сяду. Испуг, дядя Гриша, понятие сложное. Вот был у меня один товарищ. Ну, огни и воды прошел. Да не на полигоне, под огнем. Танкист. А вот теперь не могет. Здесь как-то случайно встретились. Гляжу, вроде он, а вроде не он. Вот ты ему справку с печатью дай, тогда он сядет в танк. А так ку-ку. Вот такие бублики. Был человек, стал печать. Печально, но факт.
Ешьте, Павел Иванович. Ешьте. А на наших внимания не обращайте. Они за машину как за невесту переживают. Вы, наверное, действительно не хотите вмешиваться в наши дела. Не имеете права, да? Я-то вас понимаю. Вы ведь как мой благоверный. Есть приказ, горы свернет. Нет, мизинца не шелохнет. Так правильно. Ведь главное что? Беречь нервы. Благодарю вас. Свидание. Слушай, машина не виновата. Машина во. Это я виноват. Не рассчитал. Но как я шел. Как я шел. Мечта. Ну, помогите мечтателю. Михаил Ильич, главный фрикцион полетел к чертовой матери. Надо свободный ход увеличить, тогда еще, может быть, дотянем. Эх, вот тебе и бублики. Моя вина. Не успел сказать майору, что в тяжелых условиях положено трогаться с места с бортовых фракционов с включенным главным. Он, видать, сто раз. Стопорил, сто раз рвал, вот и перегрел. Покалечил фракцион. Надо продумать точную инструкцию для армейских механиков-водителей. А он что? Он же привык к легкому танку. Поднажал, рванул, а у нас и вес другой, и центровка иная. Для нашего танка надо людей переучивать. Сперва до этого в Москву надо доехать. Сейчас пойдем.
Секцион кое-как отладили, а там видно будет. А выдержим? Трудно, конечно. Это как жернова ворочать. Само собой. Надо поворочаем. Только теперь не идти, а ползти будет. Михаил Ильич, а что если одну машину по боку вместе с тягачом? Они ведь еле дышат. По нашим следам ползают. А мы на исправные. Я с битвом на рычаге, а вы на башню и рванем. А если бой? А если танк подобьют? Вы что, так его и бросите, да? О чем говоришь? Ясное дело, нет. Но ведь где он, этот бой? До боя далеко. Не думаю. Да и вы не думаете, если честно. Если честно? Если честно, нет. Что ж, Григорий Иванович, вызвал, а на месте нет. 3 часа ночи. Ну, может быть, самого куда-нибудь вызвали. Ты что-то знаешь? Да нет, я просто догадываюсь. Товарищи, Григорий Иванович звонил из Кремля. Скоро будет. Просил извинить. Адъютанта себе подобрал. Никогда не поймешь, что у него на уме. Дипломат. Ну, ему иначе никак нельзя. Тут бывает... Такой изобретатель прорывается. Без дипломатии никуда. Кстати, не такой уж этот адъютант и безразличный. Если чай с лимоном, все, дело кислое. А наоборот, обстановка благоприятствует. Что-то не видно чаю. Степаря тоже не видно. Почему он не приехал? Испарился. Он у меня, знаешь, зигзагообразный. Как только учует, что дело керосином пахнет. Тут же и все. Так, может быть, заменим? Да нет. Такой хитрован на заводе нужен. Если бы не он, между прочим, мы бы новую броню для 34-ки до сих пор ждали. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий Иванович. Одну минуту. Володя, ну-ка внеси поправки. Список пропусков на показ техники на 17. На конструктора Кошкина, на 2 механиков-водителей с Южного завода и обе 34-ки. Угу. Так, все. Хорошо. Ваша работа. Да. Хороши. Добились. Ну, смотрите. Ваши изделия я сам буду принимать на полигоне. И если что не так, глядите у меня. Григорий Иванович, а что он сказал? Иосиф Виссарионович,
товарищ Сталин сказал, пусть идут. Михайлович, да не расстраивайтесь вы так. Доберемся до первой станции, выбьем платформы, погрузимся и в Москву. Устал? Я устал? Мне на вас смотреть трудно. Разве это ваше дело в железке коченеть? Вы думать обязаны в мягком кресле. Слева кнопочка, лампа, справа карандаш. Перед вами чертеж. Нажал на кнопочку. Нужен тебе справочник. Нажал другой раз. Кость со сливками. А рядом весь инженерный штат на вытяжку. Ну-ка, голуби. А? Что? Ну, работать не умею. Вот так, Михаил Ильич. Уж не в конструкторе ли ты метишь? А что, думаете, не выйдет? Ну? Я ФЗУ закончил. Я еще подучусь и... Завели. Да успокойтесь вы, наконец. Ложитесь. Ну? Как же это я? Надо остановиться и сменить главный фрикцион. Все должно быть честным, Михаил Ильич. Машина не виновата. Виноват я один. Ремонт на марше? Нет. В Москве заменим. Спасибо. Болит? Пустяки. А, как она вас легнула, а? Машина. Да. Машина не человек. Не любит, чтобы ее... Прыли. Возмущается. А вы, Михаил Ильич? Я. Видите ли, Павел Иванович, каждый новый шаг техники — это отказ от старого. От того, что привычно. От того, что считается незыблемым. Так сказать, единство и борьба противоположностей. Будьте любезны, там сумка. Это еще зачем? Тихо. И все-таки я за то, чтобы остановиться. Но ведь мы же идем, движемся. Идти-то идем. Но если мы так пойдем, к 17-му не успеем. Я подсчитал. Вот смотрите. Средняя скорость колонны резко упала по моей вине. 4 часа в сутки на непредвиденные задержки. Минус световой день. И тоже. Не успеваем. Не успеваем, Михаил Ильич. Значит, пойдем днем. Товарищ Кошкин, вы беседу с командно-преподавательским составом провели, как конструктор. Для беседы нет времени, через полчаса выступаем. Михаил Ильич, я как врач категорически против. В чем дело? Люди устали. Столько дней этой тряски, холода и бессонницы. Я требую хотя бы сутки отдыха. Вот, и беседу провели, Михаил Ильич. В Москве отдохнем, Галина Юрьевна. Ну что, может, вам еще и рот открыть?
Язык показать. А, сказать. Ну как же вы? На ногах-то стоите. Что это? А, это в клубе. Показываем курсантам гитлеровскую хронику с танковым уклоном. Знакомим, кого бить придется. Вот это дело. Разведчики. Низкое моторное отделение. Ага, судя по габаритам, стоит горизонтальный дизель Круппа. Ошибаетесь. Они стоят авиационные моторы. Бензиновые. Я их хорошо знаю. Пушки-то у них 37 миллиметров. Не очень. Ну и что? Поставить покрупнее? Нет, не поставят. Почему? Что у них пушек нет? Пушки есть. Башни маловато. Мы же свою 34-ку рассчитывали с запасом. Сначала ставили 45 миллиметров. Сейчас 76. А в случае чего можно будет поставить помощнее. Ах, неужели мы опаздываем? К 17-му должны успеть. Да я не об этом, не об этом. Я не об этом. Михаил Ильич, в конце концов, мне совершенно безразлично, как вы относитесь ко мне лично. Но я врач. Я должна выполнять свои обязанности. Я требую, чтобы вы немедленно пошли со мной в санчасть. Да уйдите вы! Что вы не замечаете ничего? Что с Кошкиным творится? Да погоди ты, что случилось, Галина Юрьевна? Вот он перед вами так держится. Он же думает, что иначе ему нельзя. Ему отоспаться надо. Хотя бы сутки. В тепле. Он же не понимает, что он с собой творит. Погодите, ребята, как же так? Мы же 17-го в Москве должны быть. Как же сроки? Да погоди ты со своими сроками. Так и знал, что не выдержит. Ведь говорил же ему, говорил, батя. Ну, говорил, говорил. Такого человека, может быть, во всей России нету. Такой головы. Не успеем. Успеем. Если поднатужиться, прогреть его надо. Как прогреть? Ваньку его надо. Thank you.
Михаил Ильич, я нашел дорогу. По столбам надо идти. Вон туда. Жарко. Почему так жарко? Что с вами, Михаил Ильич? Ребята! Есть! Давай сюда! Быстрее! Увидите его! Михаил Ильич! Быстрее! Держи его, Жора! Да что ж, пойдемте, Михаил Ильич. Идемте, Михаил Ильич. Эх, не годится. Колонну поведу я. Товарищ замнаркома, майор Гаевой прибыл. Здравствуй. В каком ты виде, майор? Ты что, с зимовки? Виноват. Ваш адъютант не дал мне времени привести себя в надлежащий вид. Приказано немедленно, я прибыл немедленно. Ну, раз прибыл, садись. Отдыхай. Музыку слышишь? Смысл ясен? Не совсем. Справились мы с Маннергеймом. И без 34-ок. Кончена компания. Похожи на дипломата? Не очень. Прием в германском посольстве. Немцы будут делать вид, что ничего особенного не произошло. Что вермахт за спиной Маннергейма не маячил. Где танки? Здесь, в Москве. На ремонте? Им ремонт не нужен. Проще, что они одной поломки? Была. Одна. Ага, вот видишь, была. По моей вине. По твоей? Точно? Точно. А где Кошкин? Что, не смог явиться? Нет, он заболел. Легким морозом прихватило. А кто же вел колонну? Я. Вот он что. Ты, значит. Я. И прошу учесть, Григорий Иванович. Я теперь за эту машину буду драться даже с тобой. Даже со мной? Даже с тобой. Интересно. Виноват, Григорий Иванович, но должен напомнить, у вас 20:00 прием в германском посольстве. А черт с ним, с посольством. Ну-ка, звони на 37-й. Там две 34-ки с Южного. Ну, мне хватит одной. Пусть гонят танк на мой полигон. Есть, Григорий Иванович. Что, военпред? Я за Кошкина переживаю. Товарищ замнаркома, орудийный расчет к стрельбе готов. Давай.
Мажете, сержант? Никак нет. Бью точно по цели. Мажете, я же приказал бить по отметкам. Вспомним молодость. Ну и Кошкин. Что ж он за чудо сотворил? Теперь будем ждать, когда явятся медицинские светила. Я сделала все, что могла. Вот и хорошо. Слушай, Михаил Ильич, мы посоветовались в наркомате. Производство твоей машины, конечно, будем налаживать на вашем заводе. Жалко, что сталинградский тракторный новый цех танковый пустит только в марте будущего года. Слушай, у тебя совесть есть? А что? Ты можешь оставить человека в покое? А вообще-то правильно. Не делом мы занимаемся. Показ назначен только на завтра. Так? Ну так. Так вот, вместо того, чтобы музицировать, я бы выяснил, кто против и кто за. И нельзя ли того, кто против, переубедить, чтобы он был за. А, против машины? Он в машину не верит. Не веришь в машину, не веришь. Послушай, Александр Николаевич, да вы как дети, честное слово. Ведь ничего же еще не известно. Да не... Все известно. Ну что тебе известно? Ну известно. Что тебе известно? Да все известно. Мы в Москве, и этого мало? Мало. А ты лежишь, больной. Вот именно. То почихаю и встану. Слушайте, шли бы вы все отсюда. Ну еще чего. А вы лежите и помалкивайте. Ну я вас очень прошу. Правда, пошли. Терпи, Михаил. Будь здоров. И все. Теперь это самое главное. Пошли, пошли. Ну вот. Больше я вам не нужна. Пора уходить. Вот и все. Что все? Все. Спасибо вам. За что? За все. За то, что вы есть. Были все эти дни. Я как будто родниковой водой умылась. А здорово мы все-таки шли, правда? Нормально. Для вас это, конечно, нормально. А для меня нет. Наверное, в жизни каждого человека должны быть такие дни. Только потом трудно. Понимаешь, что жить так, как раньше, нельзя. А как жить дальше, и сама не знаешь. Да. Товарищ Кошкин? Да, это я. С вами говорит Рогозин. Здравствуйте. Спасибо за машину. Надеюсь, показ в Кремле пройдет хорошо. До встречи, Михаил. Катюша, о, батя, я пойду одеваться тоже.
Давай, давай, сынок. Наковыряли. А чего добились? Чего ковыряли? Мало мы сами на крепость долбали. Битов, да. Ты там на разворотах полегче. Ну ладно. Брусчатка, скользит. Как я выгляжу? В норме, в норме. Ну. И смотри мне там, не зацепи что-нибудь историческое. Ну, царь пушка, ты мамакил. А вот тебе хихоньки, а тут сердце колотится, как заячий хвост. Раз. И гляди мне, темень, ночь, не увлекайся. Груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокой, на берег крутой. Войдите. Товарищ Кошкин? Да. Михайлович? Да. Простите, с кем я имею честь разговаривать? Адъютант замнаркома обороны товарища Рогозина, капитан Голубовский. А, Григорий Иванович, чем могу быть вам полезным? Вас ждут, Михаил Ильич. Простите, я не понял. Я только что из Кремля. Ваши танки, Михаил Ильич, это чудо какое-то. Да. Машина внизу. Прошу. Простите, мне бы переодеться. Хорошо, я подожду. Прошу, вот мы и пришли, зайцы-ежики. Прошу, спасибо. Ваше местечко. Разрешите пальто. Ничего, ничего, ничего. Ничего. Располагайтесь. Отдыхайте. Счастливого пути. Спасибо. Ну, как вы тут устроились? Наши купы рядом. О, малышка, обрадуется. Михаил Ильич, можно я у вас тут посижу немножко? Конечно, буду очень рад. Пожалуйста. Мой благоверный что-то сегодня разговорился очень. Наверное, радуется, что так все обошлось. А, вот вы где. Ура, Виктория и все такое прочее. А ведь победу отмечать надо, Михаил Ильич. Антон, человек устал. Да нет, отчего же. Победа есть победа. Правильно. Значит, за нашу удачу. Что-то я не слыхала такого имени. Антон Степарь в списках конструкторов. Ну, что есть имя? Звук пустой. А вообще-то несправедливо. Да. Что именно? Почему авиаторов знает о вас никто? Истребитель Яковлева, бомбардировщик Туполева. А почему бы не сказать по всей стране? Есть танк марки Кошкин-34. А? Нет, все-таки как-то не очень. Вот представляете отчет о будущем параде на Красной площади. Внимание, внимание! Под грозный гул моторов и лязг гусениц на площадь вступает батальон Кошкины. А? По-моему, смешно. Смешно. Что с вами, Михаил Ильич? Пойду пройдусь. Ну что, не нравлюсь? Распетушился. Опять завидуешь? Ну зачем ты тогда?
Я действительно хотел делать этот танк. И я буду его делать. Клепать тысячами. Теперь-то вы все будете. Вот когда ты такая, я боюсь. Чего? Что я уйду? Да. Не бойся. Слушай, а ведь как хорошо было когда-то. Ты же был веселым человеком, Антон. И ничего не боялся. Что с тобой случилось? А может быть, с нами? Может. Кому я нужна? Я с тобой была, есть и буду. Правда? Конечно. Извините, а попутчик-то ваш, граждане, в Москве остался. Бежал по перрону зайца и ежики так, как будто что-то оставил. Чиркуть не желаете? Весна-то, братцы, как дружно взялась. Вот и кончился наш поход. Битов, расскажи-ка еще разок, как в Кремле-то было. Да не торопись, давай по порядку. Да он чуть не помер от переживаний. О, я-то так, как ослеп. Переживания, знаешь, какие? Нервы. Ну вот, ну встал в трех шагах, как положено. Пятки вместе, носки врозь. Стою, вижу, разворот, разворот показали, а потом разошлись и... Лоп-лоп, раз! Так это что, на таран, что ли? Ну! А, ничего себе! Я ж потом на тормоза, из-под гусениц искры полетели. Ну, не тяни ты, что ты тянешь? Ну, они подходят, спрашивают. А я что, я одно заталдычил? Хорош машин, хорош машин. А хорош... ты сказал, девчи! А, заклинило! Ничего другого сказать не могу. Потом Михаил Ильич подходит, мне махнул рукой, так улыбается, бледный. Ну, разговоры пошли, спрашивают, задают вопросы. О, Михаил Ильич. Слушайте меня, братцы. Для того, чтобы запустить машину в серийное производство, нам надо намотать 3000 километров. А поэтому я предлагаю идти назад своим ходом. Распутиться. Вы ведь наш чернозем знаете. Это потруднее, чем по зимнику. Михаил Ильич, да мы вам эту 1000 километров вокруг завода намотаем. Посуху. Так-то оно так. Но это не приказ. Это просьба.